продолжаем проходить Dead Space. Итак, у нас 8 глава. Найти и спасти. Что, погнали? Дела пошли на лад. У нас ответ с военного корабля USM Vela. Несмотря на помехи, они получили наш сигнал бедствия. Правда, мы не можем ответить, пока не починим антенну. Я взломаю замки в рубку, а ты иди к пульту контроля передатчика. Как у нас все плохо по патронам, а? Опа, знакомое местечко. Кто там у нас? Ох-ох-ох-ох-ох. Что же, будем импровизировать. Вход зарастает уже этой гадостью. Пошли все отсюда. Здесь нам и этого достаточно будет. Пока что. Понасобираем здесь все. Кстати, ребятки, следующие игры будут Assassin's Creed 1 и Far Cry 3. Близится же летняя распродажа, да? Дурачок камикадзированный, что вы ко мне лезете, да? Ой, дурачок, куда вы на меня попёрли? Здорово! Пошёл отсюда! Ползёшь ко мне, да, здесь? Ребятки, после этой серии мне не терпится начать снимать Assassin's Creed 1. О, как я люблю первую и вторую часть. За Альтаира и за Эцио. В остальные Assassin's Creed, кроме как третьей части. Ну еще Black Flag терпимо, но остальные я просто терпеть не могу. Ни Syndicate, ни Изгой. Так, на какой нам этаж? Ага. На самый первый. Кажется, я понял. Что у нас сейчас дальше будет? Группа связи открыта. Но у меня странные всплески на передающей частоте. Думаю, нас подслушивают. Будь осторожен. Раз осторожен, то буду осторожен. Не переживай. Патронов у нас все меньше. Вот. Займемся собирательством. Ай-яй! Ай-яй-яй-яй! Айо! Ну давай, иди сюда. Отойдем подальше, пока не взорвалось. Но! Подыхай давай! Мужика мне, конечно, жалко, которого на это пустили. Вы серьезно, что ли? Это шутка такая, да? Вот так. Давайте, лопайтесь уже. А я почти успел. Ой, бедняга. Наверняка он еще все чувствует и говорить не может.
Ай-ой! Не сметь рассыпаться здесь. Давайте, дуйте сюда. Фух. Зачем нам полупроводник? У нас теперь столько места. Да, нам сюда. Узлы у нас есть? Есть один, есть. Ха-ха-ха. Резачок, резачок, мой прекрасный резачок. Увеличим объем. Или может быть вот так. Нам здоровье нужно побольше. В здоровье вложимся. Резак пока со своей проблемой только так справляется. Вот. Значит, следующим буду проходить Ассасинов и Far Cry 3. Старший офицер по коммуникациям Бенни. Запись. На корабль совершено нападение. Но капитан Матиус упорно игнорирует просьбы отправить сигнал бедствия. Он не объясняет причин, хотя все и так понятно. Мы ведем нелегальную разработку в закрытой системе. Это выяснилось еще несколько месяцев назад, но все молчали. СОС! 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 Это USG Ишимура! Это... Черт! Ай-яй! Не верю своим глазам. Вся система связи отрубилась. Все, выхожу из эфира. Конец связи. Почти на месте. Коммуникационный луч отключен. Ремонтная бригада извещена. Передающий кластер совсем плох. Необходимо минимум 6 исправных тарелок для уверенного сигнала. Расположи их симметрично, иначе будут проблемы с питанием. Давайте здесь зарядимся. Попользуемся стазисом. О, аптечка у нас тут как раз. Слава тебе, Господи. И узел здесь еще. Отлично, отлично. Молодцы разработчики, похоже, сейчас будет жарко. Нарядили нас теперь зона знатно невесомости. Перед этим. Где вы? Ай-я! Давай, заряжай быстрей! Нужен. Дела плохи! Ай-яй! Отойди от меня! Тоже держись здесь. Хватит вам вокруг меня крутиться. Уберем лишние антенны. Так. Еще. Вон та цела. Летим. Самое время переставить.
скажем, последний. Поднимаем. Стой, ты куда полетела? Ты куда полетела? Где у нас еще исправная антенна? А, вижу. Осталась еще одна. Пошлем ее туда. Ты далеко давай не улетай мне здесь. Последняя, последняя. Не понял. А, вот, фух. Вынимаем. Ставим. А, не сюда, не сюда, не сюда, не сюда. Отправляем ее туда. Прыгаем сюда. Перехватываем. Вставляем. Я говорю, вставляем. Коммуникационный луч перенацелен. Возможен прием сообщений. Вот, все заработало. Возвращайся в рубку и используй панель управления, чтобы передать Вейлору наши координаты. Ну что, будем ждать смс-ки. Можем по скайпу пообщаться. Надеюсь, что связь не от МТС или Мегафона, поэтому все будет хорошо. Фух. Воу! Говорит USM Вейлор. Вызываю USG и Шимура на всех частотах. Принимаем сигнал бедствия. Также подобрали вашу спас-капсулу 47. Выдвигаемся к вашим координатам. Это сообщение будет повторяться каждые 30 секунд до получения ответа. Что? Это же та капсула, что вышвырнул Хелланд. В ней была заперта одна из этих тварей. Нет. Нет, этого не может быть. USM Вейлор... Ответьте, Вейлор! Нам не хватает мощности. Я открою створы шлюза, чтобы не мешать сигналу. Сдох. Ошибка. Створы шлюза заблокированы. Свяжитесь с ремонтной командой. Черт! Айс, к корпусу прицепилась огромная дрянь прямо над кластером антенн. Органического происхождения. Не знаю, что это, да и черт с ним. Если мы не откроем шлюз, то не сможем связаться с Вейлором. Эта штука в пределах поражения пушки 48. Бегом туда и разбери к чертям этот кусок дерьма. Экшон, экшон, сейчас пойдет экшон. Фу, кажется, я знаю, что будет дальше. Накал страстей сейчас будет. Конкретный накал страстей. Только успевает силовой узел, силовой узел. Повысить здоровье. Так, есть! Из пяти уже 6 ячеек здоровья. От греха подальше. Ух-ух-ух. А, нам туда! Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш! Наверх. Помните Левиафана, дорогие друзья? Сейчас будет не хуже. Ох, сейчас будет не хуже. Ну же, долго еще? Кстати, в лифте могли бы освещение поставить нормальное. Вот так. Вот так. Зарядимся. Конечно, это нам сейчас не пригодится, но все равно для места в инвентаре. Что же?
О, да, погнали. Силовой зер подобран. Включено ручное управление. Знакомый генератор частиц. Давай, вылазь. Вот тебе, вот. Больно, да? Больно, уродец. На. Смотрите-ка, он еще отбивается у нас так. Ну фиг тебе. Давай, стреляй. Вытаскивай свою щупалку, давай. Гигантская шишка геморроя. Гигантская розовая, не пойми что, давай, отцепляйся. Есть. Фу, есть. Шлюз связи открыт. Вот это громадина. Юэсэм Вейлор, это Кендра Дэниел с борта USG Ишимура. Прием. Не открывайте спасательную капсулу. Юэсэм Вейлор, это Кендра Дэниел с борта USG Ишимура. Прием. Не открывайте капсулу. Черт, да ответьте же. О, черт. Зараза! О, блин! Какого чёрта? Они летят прямо на нас. Твою! Айзек, убирайся! Ф! Ну, блин! О, блин! Ой-ё! Так хотелось поговорить с кем-то. Сейчас не время разговаривать. Тут все разваливается. Айзек. Айзек, ты там? Слава богу, ты в порядке. Ох. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего лица. Столкновение разрушило блокирующий передатчик. Хэммонд, где ты был? Пытался выжить. Я смог немного подлатать себе. Слушайте, я отменяю эту миссию. Задницу Си-И-Си и командную цепочку. Мы должны валить отсюда. Кажется, я нашел челнок на пассажирской палубе. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, мы найдем один на его борту. Я видел, как он застрял кормой в высшем море. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Встретимся там. Конец связи. Айзек, если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится. О, блин. Вейлор нам вставил, конечно. Ух. Валим, не до вас сейчас. Нам же сюда. Ай-яй. Не до вас я говорю. Давайте, идите оттуда. Фу, то есть, иди, Айзек, оттуда. Фу. Такая у нас 20-минутная серия получилась. Да. Кто там кричит еще? Хватит орать! Вот так тебе! Вот так, всё!
слоумо. Давайте по одному сюда. Кто тут еще есть? Нет, еще кто-то. Так вот же ты где. Ох. Зарядимся. Так, более-менее. Более-менее у нас здесь. Подбираем. Такая 20-минутная серия у нас, конечно, получилась. Давайте-ка немного в магазине закупимся в этом случае. Не надо. Нет. Нет. Итак, дальше, 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 дальше. Думаю, вот так нормально будет. Более-менее нормально. Пойдемте. Ох уж эта дыра. Опять вы! Я тут серию закончить хочу, отстаньте от меня. Даже не вижу, что подбираю. Заряжаемся. Есть. Фух. Глава 8. Найти и спасти. Завершено. Похлопаем. Вот так. 3,5 часа уже. Глава 9. Мертв по прибытии. А что у нас будет дальше, мы увидим в следующей серии. Если она тебе понравилась, но ты почему-то еще не с нами, подпишись и покажи лайком, что видео и правда найсовое. Бай-бай и гудбай.